В конце ноября в селе Ухтын прошел праздник, посвященный Дню Матери. Посетители смогли посмотреть выставку фотографий, запечатлевшую ее участников со своими мамами. Посмотреть изделия на выставке поделок, а на концерте послушать красивые песни о мамах, о любви к родному дому. И, конечно же, зрителей радовали веселые танцы, юмористические инсценировки. Добрый день, дорогие наши зрители, наши мамы и бабушки. Сегодня мы вновь отмечаем любимый многими праздник – День Матери. Дорогие наши женщины, мамы и бабушки, разрешите мне от общественных организаций села поздравить вас с этим замечательным днем. Пусть ваши дети и внуки дают вам повод ими гордиться. Доверять им, надеяться и положиться на все. Пусть их любовь вас сохраняет, хранит, забота согревает, а теплое отношение делает вашу жизнь счастливой и полной. Сегодня вы опять же видите выставку. Это выставка поделок «Красота рукотворная». Победителем в этой выставке стала Логинова Елена Клавдиевна. Если посмотреть на все ее работы, там можно просто удивляться, какая это тщательная работа, сколько вложено труда, сил. И можно просто гордиться такими людьми, женщинами, что у нас в селе есть вот такие рукодельницы. И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Мама моя, тебя я к сердцу прижимаю, мама моя, я руки нежные сжимаю, мама моя, за все тебе спасибо говорю. Меня прозвищу,
Let's go.